разрешите в первую очередь пожелать вам здоровья, всего самого наилучшего, оставаться такими же прекрасными, понимающими, всегда, ну, я говорю в общем, всегда поддерживать нас, мужчин, и мы очень признательны, очень благодарны, что вы у нас есть. Ануш пришла в ГИБДД по Одинцовскому округу, чтобы получить свои заветные водительские права. В экзаменационном кабинете ее и остальных юных автоледи ждал сюрприз. Сотрудники госавтоинспекции поздравили девушек в преддверии 8 марта и вручили им цветы. Во-первых, было неожиданно, а во-вторых, было очень приятно, потому что сразу поднимается настроение и получился такой мини-праздник. Мало того, что получили права, так еще и цветочки. В целом здесь атмосфера вообще очень такая располагающая и приятная, а цветочки со стороны таких профессионалов — это вдвойне было приятно. Подобные акции в ГИБДД по Одинцовскому округу проводятся не впервые. Каждый год мужчины-госавтоинспекторы поздравляют представительниц прекрасного пола. Девушка, с наступающим вас праздником, здоровья, удачи, всего самого наилучшего, безопасной езды и соблюдайте правила дорожного движения. Спасибо. Госавтоинспекция Одинцовского городского округа проводит акцию «Цветы для милых дам». Так сказать, хотелось бы поздравить всех с праздником, с Международным женским днем, и пожелать им, чтобы у них каждый день был как 8 марта. И пожелать им безопасных и качественных дорог. Даже в преддверии праздника не забыли напомнить о важности соблюдения правил дорожного движения. Ведь безопасность на дорогах может сохранить здоровье женщин. А об этом сотрудники госавтоинспекции заботятся прежде всего. Эмилия Ракелян, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».